Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою, душу лаская, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от веток. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься. Не стоит, и старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветра по кнопочкам в раз пролетят, а последнее, эх, западает. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Памир, я 9-й. Передаю координаты. 35-24. По улитке 7. Ближе к шестерке. Вызываю огонь на себя. Вызываю огонь на себя. Прощайте, мужики. Он, как я, оторвался.